Приветствую вас и решать проблему необходимо через освещение, рассмотрение двух основных аспектов вашей ситуации, которые являются наиболее важными. Первый аспект – это аспект ваших личных взаимоотношений с мужчиной, в которых наблюдается сейчас проблема. Проблемы какого плана, какого характера? Вот из того, что вы описали, получается так, что мужчина теряет родного человека и начинает вести деструктивный образ жизни. Вы ставите вопрос о том, что, ну, в общем, если он ничего не изменит, вы разводитесь. В принципе, поступок вполне логичный, правильный, защищающий ваши интересы. Тут по-другому вы поступить не могли. Далее мужчина уезжает своей маме и там живет какое-то время, после чего возвращается. И вот этот момент, когда он преодолел кризис сам, без вас, сказался на отдалении. Потому что, несмотря на то, что вы правы в этой ситуации, именно в этом, несмотря на то, что мужчина не прав, и он, наверное, это осознает, он, скорее всего, это осознает, вас бросил пить и нашел работу. Тем не менее, у него ощущение, что вы его бросили в трудную минуту. Именно поэтому он от вас отдалился. Возможно, считая, что вы к нему относитесь недостаточно тепло, недостаточно хорошо. И, возможно, что, несмотря на вот его определенные проблемы, ну, не оказали ему должной поддержки. Соответственно, здесь можно говорить и о том, что чувства к вам действительно у него прошли, но можно говорить о том, что мужчина несколько разочаровался в вас, и он, естественно, не скажет вам, что его беспокоит, что его волнует, он будет отрицать наличие проблем. И, вообще говоря, человеку проще признать, что вот он к вам ничего не чувствует, чем, значит, ну, обозначить некую проблему. И если вы говорите, что после того, как он пропил антидепрессанты, он начал с вами разговаривать, то это хорошо. Вам нужно и очень желательно этот момент использовать в пользу и с толком. Как? Разговаривайте с ним о том, что его беспокоит, о том, что его волнует, что, о чем он переживает. И постарайтесь вот мыслями, постарайтесь воспоминаниями отправиться в тот период, когда он был с мамой. Почему он уехал к маме? Почему он решил быть с ней, а не с мамой? Что он делал в это время? Что она ему говорила? Возможно, ваша мама, вот это, прошу прощения, его мама, она его настроила против вас. То есть она как бы внушила ему мысль, что вот вы его выгнали и бросили его, и не интересуетесь им тогда, когда у него есть определенные проблемы, определенные препятствия. И именно благодаря тому, что мама внушила вашему мужу, что вы как бы недостаточно хорошо искренне к нему относитесь,
он от вас и отдалился. Но этот момент нужно проработать. Этот ваш мощный аспект необходимо раскрыть. Раскрыть через диалог. То есть вам не нужно постоянно или даже периодически сейчас говорить о том, почему у него нет к вам чувств. Что вы там планируете делать дальше. Не обязательно говорить и продолжить, потому что вот так вот смешно в карьер разговаривать о дифференциации, например, не всегда правильно и уместно. Сначала нужно понять причину, по которой это произошло. Вот. Дело в том, что мужчина, вот если он, вот смотрите, он к вам приехал, по крайней мере так получается из вашего сообщения, он к вам приезжает, и начинает вести правильный образ жизни, но при этом с вами почти не разговаривает. Соответственно, как вы на это реагируете? Как и когда, самое главное, вы начали проявлять беспокойство? Спрашивали ли вы, что у него на душе и вообще... А почему какое-то время вы вообще, ну, смирялись вот с тем, что происходит? Может быть, мужчина ждал от вас одобрения своим поступкам? Может быть, мужчина ждал, что вы его будете хвалить, что вы будете им восхищаться, что вы будете больше проявлять уважение к нему? Что он возвысился в ваших глазах за счет вот этих вот поступков, которые он сделал? А вы, возможно, проявили себя холодно и восприняли то, как он себя ведет, в качестве самого собой разумеющегося. А это не совсем в данном случае правильно, по крайней мере для мужчины. Ему как раз таки, возможно, нужна ваша поддержка. То есть тут необходимо вот эти вот нюансы, эти вот моменты, их необходимо раскрыть. То есть выяснить подробности, как вот вы тогда вели себя. Потому что вот этот момент, когда он приехал к вам, и вот первое время, эти моменты, они были ключевыми. Они как бы определили ваши дальнейшие отношения. И то, что он говорит, что он с вами ради дочери, не нужно воспринимать эти слова как бы всерьез на веру. Потому что мужчина ради дочери, ну, может совершенно спокойно быть и другой женщиной, а при этом к дочери приезжать, общаться с ней. Так, в принципе, делают многие мужчины. Но он остался, она осталась с вами. И это означает, что его держит не только дочь, но еще и что-то другое. Это что-то другое, скорее всего, вы. Соответственно, возможно, у него накопилась обида на вас, как бы корень этой обиды нужно нащупать через разговоры, через диалог, через поведение его на эмоции. Тут вот, возможно, как раз таки разговоры о том, что ему неприятно, раз за раз, чтобы он почувствовал раздражение, чтобы на эмоциях он начал вам, возможно, высказывать то, что не высказал когда-то. Вот это очень здорово могло бы помочь. По крайней мере, вы смогли бы узнать, а что же, собственно, ему не хватает. Что его гложет, почему вот он так себя ведет. И это могло бы освежить ваши отношения. Следующий аспект касается в большей степени... действительно вашего взаимодействия с дочерью, но не с ней самой, а с ролями, которые вы выполняете, значит, по отношению к дочери. То есть вы и ваш муж для дочери родитель. И тот факт, что вы родители, вместе с обстоятельством, при котором вы практически не реализуете друг другу никаких своих эмоций, по сути, оставляет вас только в этих ролях. То есть мужчина — это субъект,
трудовых отношений. Это игрок, раз он играет в компьютер. И это родитель. Все. Собственно, мужскую роль в узком смысле он не выполняет. И также, судя по всему, происходит у вас. И дело здесь не в том, что вы дарите свою любовь дочери. Хотя, возможно, вы дарите ей любовь, может быть, много. Может быть, вы дарите ее ей чересчур много. Именно по причине вот этого вот факта, что как бы нежность есть, но вы не можете выразить ее мужчине, например. И вы, естественно, выражаете эту нежность дочери. Так вот, вам необходимо постараться отойти от роли матери и в большей степени обратить на себя внимание, как на женщину. И озаботиться своим поведением чисто женским и внешним видом чисто женским. И постараться мужчину, так сказать, вытащить на ту площадку, где он тоже проявил себя чисто как мужчина. То есть, может быть, пригласить его в ресторан, посидеть, просто поговорить. То есть, не обязательно это позиционировать как что-то, знаете, вот такое лирическое или романтичное, да. Именно просто сменить обстановку, посидеть в ресторане, вам поговорить, чтобы вы сменили свою роль. Потому что если вы тот же разговор, который вот вы хотели бы завести, начнете в условиях вашей квартиры, то просто в силу воспоминаний вы не будете чувствовать, что вы именно вот мужчина и женщина. Вы будете чувствовать, что вы жена, что он муж, что вы их родители, и разговора в итоге не получится. А без ребенка в другом помещении это вам напомнит, скорее всего, о тех временах, когда вы еще не были вместе и детей у вас не было. И тогда вы с большей долей вероятности можете начать проявлять себя именно как мужчина и как женщина. И вот здесь очень важно, чтобы вы вели себя так. Именно вы, раз мы говорим про вас. Чтобы вы не забывали о себе как о женщине. И не забывали о себе как о личности. И использовали все возможные средства, чтобы обратить внимание вашего мужчины на себя. Потому что, скорее всего, если мужчина с вами до сих пор, то он действительно к вам чувства какие-то испытывает. Просто некий барьер мешает ему их выражать. Что это за барьер? Внутренний конфликт, проблема. Это уже предстоит вам выяснять. Тем более, если он не хочет идти к психологу. Но вот следование этим двум аспектам поможет вам максимально подобраться к сути проблемы, к сути конфликта и обеспечить, ну как бы вот, опять-таки, предельно возможный уровень вашего взаимодействия с мужем. И тогда появится шанс, появится возможность семью сохранить. А если вы оставите все как есть, то или мужчина рано или поздно обратит внимание на другую женщину, которая даст почувствовать ему себя мужчиной. Либо вы от недостатка мужского внимания обратите внимание на другого мужчину и также для того, чтобы почувствовать себя женщиной. И это будет происходить спонтанно, может быть, более естественно, но тем не менее семью это обречет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.